Здравствуйте, это «Рынки», в студии Алевтина Пинкальская. Обязательное замещение российских эмитентов еврооблигаций обяжут выпускать замещающие бумаги. По крайней мере, об этом пишут ведомости со ссылкой на свои источники в Минфине. Что это значит для инвестора, а также нефть? Вице-премьер Новак заявил, что надеется на снижение дисконта Urals Brent, а также он отметил, что сокращение добычи в России пока утверждено только на март. Что будет дальше и нет ли раскола в ОПЕК+? Эти темы мы будем подробно обсуждать с экспертами. Итак, падает все. Вот такими словами можно описать происходящее сегодня, в среду, на мировых площадках. Российский рынок ушел в красную зону после того, как накануне закрылся в плюсе на процент с четвертью, на процент с третью, после послания президента к Федеральному собранию. Но сегодня, в преддверии грядущих важных событий, а это и внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации, 10-й пакет санкций, а также, в конце концов, выходные, участники торгов сохраняют осторожность и предпочли, видимо, фиксировать часть длинных позиций. Для американского рынка во вторник случился чуть ли не худший день с начала 2023 года. S&P 500 потерял 2%, NASDAQ 2,5%. С технической точки зрения индексы вывалились из боковика, в котором держались последнее время, и вернулись к уровням поддержки, с которых и началось, и стартовало январское ралли. Формальной причиной снижения стал не очень хороший прогноз на 2023 год со стороны крупнейших ритейлеров Walmart и Home Depot, чья отчетность появилась еще до старта торгов. Отмечу, что традиционно в сезон отчетности ритейлеры свои результаты предоставляют последними. Но сегодня главное событие дня на американском рынке случится в 22:00 по Москве. Это публикация так называемых минуток ФРС, то есть протоколов последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке регулятора. Инвесторов будет интересовать степень разногласия членов комитета по поводу принятия решения о ставке. Но все же от международных рынков вернемся к российскому, тем более, что последние дни событий и новостей там предостаточно. Итак, сегодня ведомости написали о том, что Минфин и Центральный банк сообща готовят новый законопроект, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие локальные бумаги. Представитель Банка России Минфина подтвердил эти планы изданию. Что это значит, будем обсуждать с экспертом. И с нами на связи Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка открытия инвестиций. Владимир, здравствуйте. Алевтина, день добрый. Итак, готовится законопроект, который сделает эту замену обязательной, пока она носит рекомендательный характер. На ваш взгляд, почему власти решили все-таки сделать это добровольно, скажем так, принудительным? И поддерживаете ли вы такое решение? Ну, вы знаете, решение, наверное, скорее поддерживаю, потому что, как мне кажется, оно делается для того, чтобы облегчить жизнь текущим держателям облигаций. В принципе, как всем известно, в настоящий момент вторичное обращение евробондов в настоящее время ограничено. Сделок никаких большинство держателей с этими бумагами сделать не могут, поэтому все, что им остается, это в лучшем случае получать купоны в рублях и ждать погашения своих выпусков. Вот. Мне кажется, что вот именно выпуск замещающих бумаг позволит текущим держателям при необходимости выйти из этих выпусков, да, то есть у них появится ликвидность, которая может быть направлена в какие-то другие инструменты или проекты. И, собственно, вот этот законопроект, если он будет принят, как раз для этого и в том числе рассматривается и, возможно, будет приниматься. Вот. Ну, конечно, я это поддерживаю, потому что в настоящее время там рынок российских евробондов, скажем так, практически мертв, а замещающий, рынок замещающих бумаг чувствует себя очень неплохо и по ликвидности, и по объемам сделок, которые на нем проходят. Да, Владимир, чтобы понимать, о каком объеме, о чем конкретно мы говорим, можете ли вы примерно сказать, сколько российских эмитентов имели выпуски евробондов и сколько вот из этого объема в итоге к текущему моменту выпустили замещающие облигации? Вы знаете, мы делали такую небольшую статистику, что вот в настоящий момент выпущено замещающих облигаций примерно на 17 миллиардов долларов, ну, в эквиваленте. Вот, потому что бумаги не только в долларах замещаются, но и в евро, и там,
пунктах в том числе. Вот. И потенциальный объем, который еще может прийти, это порядка чуть меньше 50 миллиардов долларов. Понятно, что не все эти выпуски будут полностью замещены, но примерно половина, то есть где-то еще там на 25-35 миллиардов замещающих бумаг может быть выпущено. Владимир, а вы сказали, вот, что понятно, что не все выпуски будут замещены. А как может быть иначе, если будет принят законопроект об обязательном замещении? Ну, держателями выпусков не только российские физические и юридические лица являются, в том числе и иностранные. Мне кажется, что сейчас они не принимают участие в замещении, что и в дальнейшем вряд ли будут принимать участие в замещении. То есть, то есть из этого можно сделать вывод, что примерно по вашей оценке половина держателей евробондов это были не резиденты. Ну, очень грубо. Угу. Хорошо, Владимир, смотрите, Эльвира Набиуллина ранее говорила, что для некоторых компаний, разместивших еврооблигации, можно сделать исключение и не обязывать их замещать бумаги локальными бондами. Ранее шла про это речь, сейчас, как мы знаем, позиция изменилась. Но вот о каких таких случаях и компаниях шла речь, и в чем были их проблемы? Это были объективные трудности или трудности, просто связанные с нежеланием менеджмента делать подобное замещение? Вы знаете, насколько я помню, речь шла в первую очередь о бумагах, у которых срок погашения наступает уже очень скоро, например, там, в текущем году. И просто их, в принципе, нет особенного смысла замещать, да, потому что процедуры на замещение плюс само замещение, в принципе, оно может быть просто нецелесообразно. Да? То есть если бумага погашается через 2 месяца, и, в принципе, держатели в рублях все равно все получат, зачем вот градить этот огород, чтобы переводить бумаги с внешнего контура на внутренний. Я это в основном так понимаю. Ну, возможно, еще будут какие-то частные случаи, когда вот, выпуск этих замещающих бумаг будет нецелесообразен, но вот навскидку мне их достаточно тяжело представить, кроме тех, которые я, собственно, уже сказал. Да, Владимир, вот ранее вы озвучили цифры вашего исследования, что на 17 миллиардов уже выпущены замещающие облигации, поправьте, если я неправильно озвучиваю, и где-то на 50, еще не выпущены. Скажем так, вот эти компании, которые не пошли за это время на выпуск замещающих облигаций, я думаю, что не у всех у них у бумаг истекает срок выпуска в ближайший год. В чем там были сложности и как в этом случае они выплачивали держателям купоны? Никак. Ну, на самом деле, все мы знаем, что был июльский указ президента РФ, в соответствии с которым эмитенты российских еврооблигаций, у них было 2 пути, да, либо выплачивать российским держателям денежные средства в рублях, либо идти на замещение своих облигаций. Поэтому, соответственно, кто пока еще не заместил, большинство из них выплачивают в рублях купоны и погашение по своим облигациям. Владимир, несмотря на ослабление рубля, за последние 2 недели цены многих замещающих облигаций все-таки снизились, не так, чтобы критично, но на 3-5-6%. С чем это связано? Ну, здесь на самом деле 2 фактора. Да? Первое, то, что я слышал, это был слух, что «Газпром» запустит 2-ю волну по выпуску замещающих бумаг. То есть, как мы, в принципе, правильно сказали, не все, то есть выпуски не целиком были замещены. Вот, и там, в силу ряда причин некоторые держатели не успели, не знали, не знаю, каким-то другим причинам не участвовали в замещении. Соответственно, насколько я слышал, «Газпром» хочет опять пройтись по своим бумагам и, соответственно, попробовать долю замещающих бумаг вот, в объеме евробондов увеличить. Вот, соответственно, в первую очередь это сказалось на бумагах «Газпрома». Вот вполне возможно, вот эти обсуждения, которые сейчас идут ЦБ, Минфина, о новом законопроекте об обязательном замещении, как раз они и стали вот этим фактором, триггером для снижения цен по текущим бондам, потому что инвесторы ожидают вот такой навес достаточно большой новых выпусков замещающих бондов, и, соответственно, этот навес может оказывать влияние на торгующиеся бонды. Здесь, я думаю, там ни для кого не секрет, что
бизнесом для ряда инвесторов стал покупка облигаций на внешнем контуре, потом какими-то своими путями перевод их во внутренний контур и, соответственно, получение очень хорошей прибыли. Поэтому если вот такая вселенная для такого бизнеса она станет более широкой, я думаю, те, кто, у кого еще вот эти замещающие бонды сейчас сохранились, возможно, они продают в расчете на то, чтобы купить их на внешнем контуре подешевле, да, и вот попробовать перевести их сюда. Вот два вот этих фактора, на мой взгляд, основные. Хорошо, но если есть инвесторы, которые не хотят прибегать к таким схемам, к таким традиционному инвестированию, уже как минимум 8 эмитентов сделали размещение своих облигаций, какие выпуски вам кажутся наиболее интересными? И кажется ли в целом вам этот инструмент интересным сейчас для инвестирования? Ну, я считаю, что в наших условиях сохранять какую-то экспозицию на валютные активы – это необходимость. Вот, ну, собственно, у нас из таких валютных инструментов сейчас есть бумаги либо в юанях, либо вот бумаги, привязанные к твердым валютам, да, в основном это замещающие бумаги. Поэтому, в принципе, замещающие бумаги выглядят, на мой взгляд, очень интересно и должны быть в портфелях большинства инвесторов. Что выбрать из них? Ну, наверное, сейчас наиболее ликвидные и наиболее доходные бумаги – это «Газпром». Безусловно, причем есть достаточно большая линейка по срокам, это от погашения в текущем году до там, 30-е годы. Здесь, конечно, все зависит от там, терпения, от горизонта инвестирования инвесторов. Но, собственно, доходность 8-я в валюте или даже больше там, по более длинным инструментам, то есть это практически уже сопоставимо с доходностью по рублевым бумагам. Мне кажется, это прям очень интересно. Поэтому вот там то, что я выбрал бумаги 23-26 год, но на самом деле, повторюсь, линейка, она очень широкая и позволяет инвестору практически на любом горизонте инвестирования получать очень хорошую доходность, в том числе и даже по бессрочным бумагам. Ну и риски там соответствующие, насколько я понимаю. Конечно, конечно. Вкратце раскройте. Ну, риски, скорее всего, относятся именно к бессрочным бумагам, да, потому что если мы говорим о обычных срочных бумагах, да, то есть здесь рисков, ну, я не знаю, мне их сложно представить уже, потому что инфраструктурные риски, они исчезли, платежи и так идут в рублях к привязке к курсу ЦБ по этим валютам. Мне кажется, кредитный риск «Газпрома», например, он также очень минимален. Поэтому, конечно, у бессрочных бумаг есть свои нюансы, и, конечно, эти выпуски надо изучить, понять и принять эти риски, только после этого туда инвестировать. Ну да, я думаю, что эта рекомендация, в принципе, релевантна ко всем активам, ко всем инвестициям. Спасибо большое. С нами на связи был Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка открытия инвестиций. Обсуждали мы новый законопроект, который, по данным СМИ, готовит Минфин и Центробанк, об обязательном замещении еврооблигаций со стороны российских эмитентов на замещающие локальные бумаги. Ну а мы тем временем переходим ко второй главной теме нашего выпуска. Это, конечно же, нефть. Обсудим ключевые заявления, которые вчера прозвучали от вице-премьера Александра Новак. И обсуждать эту тему мы будем с нашим гостем. К нам присоединяется Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований IVA Partners. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Да, вчера в кулуарах Александр Новак сделал несколько заявлений, которые меня заинтересовали, как раз хотел узнать вашу точку зрения. Но, во-первых, он сказал, что дисконт на нефть Urals должен снижаться, изменения в налогообложении будут это стимулировать. Но я уточню, напомню, о каких изменениях идет речь. Сейчас формула расчета НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых, привязана к стоимости барреля, раньше к стоимости барреля Urals, но власти решили не отказываться от услуг Argus Media для определения котировок российского сорта Urals. Но теперь сделали так, что если эти среднемесячные котировки будут ниже определенного уровня, то для
налоговых целей будут использовать цену Brent за вычетом фиксированной скидки. Ну, то есть фактически это значит, что при расчете нефтяных налогов нижним пределом цены будет стоимость Brent минус $25 за баррель, как следует из законопроекта. У меня вопрос такой. Как налоговые изменения могут стимулировать, на ваш взгляд, снижение дисконта на нефть Urals? Ну, тут, да, очень хороший вопрос. Мне кажется, что здесь некая просто смесь в одно соединены определенные надежды на то, что перенастройка и донастройка, точнее, всей транспортной логистики, не только транспортной, а вообще экспортной логистики, новой, более длинной, приведет к тому, что она будет работать более эффективно, поэтому фактически дисконты сократятся, плюс сократятся те дисконты, от которых страдает бюджет. Я думаю, вот объединение вот этих двух представлений, оно привело к такой как бы суммарной фразе, что ожидается сокращение дисконтов. В принципе, да. Формальных дисконтов точно, да, с целью налогообложения. А насколько будут действительно сокращаться дисконты при фактических отгрузках, сказать сложно, то ну, примерно так же сложно, как предсказать, какая будет нефть. Да? Там к концу года есть прогнозы и 100, и 60 по бренду, а не по Юру. Да? Поэтому здесь плюс-минус. В общем, мы зависим от внешней конъюнктуры не намного меньше, скорее больше, чем от расчета формул. Но здесь важно то, что для бюджета это дисконты действительно сократятся. То есть для бюджетного планирования все нормально. Вопрос в том, насколько сильно в какой-то момент эта нагрузка может надавить на нефтяники. А, Дмитрий, вот вы уже сразу сказали, что прогнозировать ни дисконт, ни цену на нефть не беретесь, хотя я вас как раз-таки хотела спросить, все-таки немножко помучаю. Что интересно, Россия сокращает добычу на 500 тысяч баррелей в сутки на март. Китай постепенно открывается. По Европе вчера вышли очень неплохие данные по PMI, которые в целом говорят о том, что ситуация там тоже улучшается. В общем, все отлично, а все равно мы видим какой-то тренд, как мне кажется, на снижение стоимости Brent. С чем связан такой вот нефтяной пессимизм, на ваш взгляд? И хорошо, у нас многие оценки есть на конец года по цене эталонного барреля. Скажем так, как вы считаете, к какой оценке больше вы склоняетесь? Снижение мы сейчас видим вообще по многим товарным группам. Скорее здесь, наверное, риски связаны с тем, что есть переоценка той динамики, с которой ФРС будет бороться с инфляцией, поскольку инфляция снижается, но не так быстро, да, и, соответственно, в принципе, идет, ну, можно сказать, идет небольшое укрепление доллара относительно товарных групп разных. Поэтому, а это важно, но в целом все-таки бренд остается пока выше 80. И это важно. Сильно ниже, наверное, быть не должно, и на самом деле тут если среднесрочную перспективу смотреть, там год плюс, то как раз там могут быть очень хорошие перспективы для нефти в случае начала снижения и довольно быстрого ставки ФРС. Но это уже вопрос следующего года, не этого, скорее всего. А в этом году, я не знаю, чего можно прогнозировать более-менее серьезно. Я не думаю, что это имеет некий физический смысл, но смысл того, что прогноз в принципе должен быть, потому что надо от чего-то отталкиваться, я исхожу из того, что примерно где-то здесь все это и будет оставаться, просто потому что в целом изменения на самом деле по спросу не такие большие, прогноз общий, там все сходятся, да, и производители, и потребители в целом сходятся, потому что это будет район 100,6 миллионов баррелей в сутки, 101,2 миллиона баррелей в сутки, ну, в целом это все равно рост спроса, и это будет оказывать определенную поддержку. Особенно благодаря тому, что рост спроса может быть хорошо сконцентрирован как раз на восточном направлении, а и на Индии. Это может и нас поддержать. Дмитрий, хотел обсудить еще одно заявление, да, Александра Новикова. Вчера он сказал, что решение о снижении добычи нефти, те самые 500 тысяч баррелей в сутки, принято лишь на март. Дальше мы будем решать по ситуации. А вот по какой ситуации? Пока складывается ощущение, что все в целом неплохо. Добыча нефти в России в феврале не падает. Об этом тоже заявил вице-премьер. Переработка снижается только на несколько процентов. Ранее Bloomberg писал о том, что российский экспорт нефти растет, несмотря на небольшое сокращение
увеличение добычи, да, хотя вот Новак ее не подтверждает. Скажем так, вы считаете, что это пока не индикативные какие-то заявления, поскольку слишком мало времени прошло с момента и эмбарго на нефтепродукты, и эмбарго на поставки в Европу, или в целом может добыча и упасть не сильно по итогу? Добыча, наверное, она должна, вообще говоря, упасть не сильно, если нас не будут прям совсем уж сильно прикручивать вообще все каналы поставки, там аресты танкеров неизвестных и так далее. Я не думаю, что она должна сильно упасть, но все равно должна упасть. И, естественно, поставки нефтепродуктов должны упасть и сильнее, чем нет. Но это базовый некий сценарий. Суммарно не сильно, суммарно это все может уложиться в величину порядка 20 миллионов тонн. Ну, такой умеренно пессимистично, базовый, вот что-то такое, да. Тут проблема основная в том, что, в принципе, вот все статьи, все выводы делать очень сложно. Вот, когда говорят, растет, падает, стагнирует, всегда непонятен базис сравнения. Потому что если сравнивается год к году, то вот еще чуть-чуть время пройдет, и мы будем сравнивать с неизвестными по объемам, ну, в точности неизвестными поставками на очень волатильном рынке с точки зрения цены. Сейчас прогнозы год к году, да, они могут быть интересны, но надо иметь в виду, что 2021 год имеет избыточный восстановительный по некоторым рынкам спрос после 2020 года. Да? То есть сравнивать с 2019 годом, ну, возникает вопрос, насколько это в принципе корректно. Поэтому мы, к сожалению, сейчас вообще не очень имеем базисы сравнения, поэтому сами все цифры важны, динамика важна. Но говорить о том, что это говорит о неком важном тренде, который связан с нынешними действиями там, европейских регуляторов или наших экспортеров, вот это сложно. Понимаете, вот это основная проблема. Нам можно и нужно сравнивать, но делать какие-то выводы о том, что это чья-то эффективность конкретных там, действий, вот это надо делать очень аккуратно. Дмитрий, мало времени, к сожалению, остается, но такой краткий вопрос. Россия пошла на сокращение вот этой самой добычи самостоятельно, как сказали, без какой-то давления со стороны ОПЕК+. Тем не менее, саудиты раньше как-то вместе с Россией скоординированно сокращали. Теперь Россия только одна. Можно ли говорить о каком-то расколе внутри ОПЕК+, из-за этого? Пока из-за этого точно нет, потому что такие действия... Вот если бы мы односторонним порядком увеличили добычу, то это, конечно, раскол. А сокращение — это всем просто подарок. Саудовская Аравия тоже такое раньше делала, а сейчас она... Нет, скажем так, не будет ли ждать ОПЕК+, в дальнейшем таких же подарков от России, подталкивать ее к таким же подаркам? Не думаю. Опять же, это будет зависеть от внешней конъюнктуры. Ну, само по себе нет. Я думаю, что все понимают прекрасную ситуацию. Нет. То есть постоянные требования это не превратит. С нами на связи был Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований его партнерс. Обсуждали мы нефть и высказывания Александра Новака по поводу дисконта и сокращения добычи.